Значит, о каменке. Если... Особенности каменки для... Если между камнями не больше, чем 0,5 сантиметра ширина, то это, в принципе, как бы допускается. В том числе для вот этих вот сеток, не больше, чем 0,5 сантиметра ширина, тоже это допускается. Это для тех женщин, которые ходят на каблуках, чтобы не проваливалось. Ну, естественно, что каменка и вообще дорога должна быть без выбоин, без ущелин, без каких-то там перепадов, тоже высокий контраст. Женщины на каблуках – это тоже элемент доступности. Да, это что? Конечно. Это тоже элемент доступности. И вот я доезжаю до...